Яке кончене. Есть приятные новости. Сайт Insider выяснил интересную закономерность. Скандальные посты Дмитрия Алкоголича Медведева четко следуют за датами поставок его вина из Италии. Ну вот еще один заправский шут. Как много их природа наплодила. Ты же хотел от пьянства. Все в этом смысле понятно, предсказуемо. Тебя же узнать нельзя. Деньги на эти цели запланированы. О, допился до чертиков. Жены не узнает. Это сопоставимые вещи. Психиатричку пришлось вызвать. По одежке протягивай ножки. Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве. Так что у меня есть замечательный тост. Это несправедливо. Вина дорогим гостям. Это важнейшее изменение. Прошу. Проходите, пожалуйста, проходите. Рай молится, да? Приезжайте, пожалуйста, немедленно на улицу Гоголя, 47. С одним из гостей совсем плохо, слушайте. Немедленно прошу. Да что за это? Человек немножко много вина пил, ничего не... Понимаете, это очень тяжелая форма заболевания. Просто... Просто надо спасать человека, так стоит вопрос. Честное слово, клянусь. Вы понимаете, на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи. На ней написано совершенно секрет. И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Просто помутнение рассудка, честно слово. В 1932 году. В 1932 году, я сам, когда помню, выступал в Государственной Думе. Ясно, делириум тременс. Белая горячка. Да. Идите, идите, мы вас вылечим. Алкоголики – это наш профиль. Да, это, конечно, нельзя не выпить.